трендами. И тема наша — это непрерывное образование в Волгограде. Мы хотели назвать его образование для взрослых, но тема секса уже была занята, поэтому это непрерывное образование в Волгограде. Итак, первое, что мы сделали после того, как собрали облако тегов и поняли нашу предметную область и прошли, собственно, всю форсайт-сессию, мы пришли к абсолютному будущему, к образу продолженного. Что у нас в продолженном будущем? Зеленые города приводят к детройтизации всех больших урбанистических зон, сообщество онлайн цифровое приводит к новой матрице, значит, это такой глобальный мир образования, все на одном языке, через нейрошунтирование общаются, лежат в своих замечательных зеленых койках, и, соответственно, у них слитое сознание для того, чтобы они могли друг с другом лучше коммуницировать. И вот такой образ будущего у нас получился. Плюс еще панк-наука, потому что она вульгаризируется, потому что теперь возраст — это не предел, и дети тоже становятся учеными, как и дедушки. Это будущее нам не понравилось, и мы сделали другое будущее, которое нас ждет. Это стандартный минимальный доход для всех ученых, сообщество, которое поддерживает как и детей, так и взрослых, так и ученых, образование, которое идет всю жизнь, гранты на образование, замечательное оборудование и, наконец, симбиоз образования и работы через совладение и соответственность. И вот какие проекты развития. На основе идей совладения, сознательности, соответственности родился наш идеальный город нового типа СОКРИТ! Это город, построенный по сетевому принципу, где каждый владеет и отвечает за развитие своей ячейки, образовательной программы, инфраструктуры для детей, экологичной платформы. И все эти ячейки могут быстро пересобираться под решение текущих задач на основе технологической платформы, которая объединяет всех участников и позволяет им оперативно коммуницировать друг с другом. Более того, вы можете купить жизнь в нашем городе. Она продается пакетом, она упакована, сюда входит рабочее место, забота о детях, что еще? Все. Культура. Все, что вам может потребоваться для жизни в нашем прекрасном городе. Два вопроса из зала. Раз. Два. Не удивлен. Сколько стоит и на чьи деньги построен город? Поговорим позже, выйдем, там, встретимся. Не, вопрос конкретно, сколько стоит? Контракт готов, поговорим в кулуарах. Так я хочу напомнить вам несколько федеральных законов. Анастасия, я вас перебью. Вы до сих пор не узнали, что у нас есть понятие «вопрос» и есть понятие «выступление». Задайте, пожалуйста, вопрос. Знаете ли вы, что инвалидам данные услуги предоставляются бесплатно? Да, знаем, мы гордимся этим знанием. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. В том числе за яростный командный дух выступления. Так.